Почему я? Не знаю, видимо, я избранный. Обычный мужчина оказался в эпицентре странной сонной эпидемии, причина которой ученым неизвестна. Вообще, мы не знаем, что стало причиной сонного феномена. Это похоже на эффект Манделы. У людей формируется одно и то же ложное воспоминание, без каких-либо логических объяснений. Есть такая вещь, как астральная проекция. Это эзотерическое понятие. Почему это я плохой сын? Потому что не прихожу к тебе во сне? Кажется, папа теперь новый краш. Мы будем продолжать изучение. Не переживай ты так, мам. Все хорошо. Я постараюсь тебе присниться. Я всегда старался мыслить рационально. И считал, что все сверхъестественное есть социальный конструкт. Но это все загадка даже для меня.